Спонсор сегодняшнего ролика — интернет-магазин Steam Buy. Там вы можете найти любые игры на свой вкус по низким ценам и с приятными скидками. Больше информации и ссылка на сайт в описании ролика. Бдё-бдё. Чё, как, зритель? Это Гагатун и Юзя. Это первый раз в Ободре. В общем, сегодня мы будем играть Saints Row 4, полную версию. А не демо-версию, не какую-то другую версию, полную. И сейчас мы начинаем. Еще мне сказали, там шутили, что я украл образ, и я хотел пошутить, что я на PlayStation 4 играю, так как ролик в 1080p. А, ну все, тихо. А, это вот говорю, то, что нам сейчас просто расскажет историю сейнсов этих. Как этот парень оказался на троне, видимо. Ты же понимаешь, что это отсылка к хроникам Риддика? Да? Ну, это явно показывает сейчас конец игры. Типа, мы станем крутыми, убьем всех пришельцев и сядем на трон, и он будет такой думать об этом всем. Не правда. И типа тут рассказывают, что они там массово всех мочили. В общем, такая пафосно рассказывает историю вот этих долбопахих... Ну, не знаю. Им это недостаточно было. Это только там, где начинается наше приключение. Значит, это не мы, скорее всего. А это отсылка к Хищнику. Или какому-нибудь фильму про Вьетнам. Ну, хер, у меня 30 FPS. Да, у меня тоже почему-то 30 FPS. А, он не может пока говорить. Потому что мы еще не поменяли персонажа, да? Ага. Снова проверить батарейки. Кого мы будем ассасинейтить? Ты тоже проходил тот момент? А, да, но я ничего не понял, потому что я все пропускал. Все равно игра тихо, я потом прибавлю. Тихо, да. Успокойся, братюнь. Пошел, прыгай лучше. А это кинься. Она айфоном, что ли, нам сигналит? Шоу тайм. Время канала на телевидении. Все, поехали. Погоди, кто это? Это который программист? Это не Кинси, это какая-то черная попа. Я не знаю, кто это даже, да? Это подруга черного. Эй, а где я-то? Не знаю. Я внутри тебя. Подожди, а ты в конце накажешься и в третьей части не был. А, в третьей, да, так. Ты сейчас просто будешь рядом такой, воп. Вот он я. В пятой части надо сделать, чтобы в катсценах добавляли. Мы здесь. Я не знал, что он будет такой серьезный. Слушай, этот мазафока знает, как делать дерьмо. Это прям Metal Gear начался какой-то, слушай. Что тут такое? Талибы какие-то. Как много этих тут пехотинцев? Подожди, чё? Он пошел типа это... Война никогда не есть. Сейчас, мне такое чувство, как будто он сейчас кулаком ударит по машине, и она отлетит нафиг. Смотри, вон там лежит какой-то. Он как бот какой-то лежит. Та-та-та-та. Awesome. А, ну круто, прям катсцена. Катсцена уже, да. Да. Видно, что плюс еще. Вау! Что-то говорят про что это 3-5 части. Да, бой Клист отдыхает вообще, смотри, как он мочит всех. О, найс. Вообще эпик. Отличное начало. Причем по-тихому. Он в стиле этого, из Джай Джо, который уходит ниндзя, зовут. А, ниндзя, да, он похож на него даже чем-то. Это бункер из Лоста уже. Фу, чем пахнет? Господи, боже мой. Не, все коты спят. Вроде никто не ходит. Так спокойно прыгают. Да, там, мне кажется, что там высоко. Или там просто сапоги. Какая-то труба у них там. О. Так, где начинается? Опять попа. Вот FPS-ики вернулись. Да, у меня тоже сейчас. Это значит только катсцены. Нормально.
А вот и мы, кстати, получается, вместе. Да. Сейчас поставлю по-быстрому. Подожди, вроде громкость стала больше. Видно, это в катсценах так. Нет, это вот эти по радио так говорят. Окей. Это нам про Мэтт Миллер. Окей. Ладно, я сейчас по-быстрому прибавлю игру. Мы все работаем вместе. Все, Аша, сейчас. Я тоже прибавлю. Пускай. Так, аудио. Наверное, на 65? Блин, когда ты на джойстике играешь, ты не можешь точно настраивать. 70? Ладно, я поставлю 75. 75, окей, главное, нет, чтобы наверное, надо больше. Надо, мне кажется, 75 вообще будет достаточно, с головой. Я 80 поставлю. Окей, давай. Ути-пути. Просто они в основном еще, я правое ухо всегда слушаю, а левое... Стелс. Execute Terrorist. I will execute the Terrorist. Тут, кстати, кое-что есть от Splinter Cell, ты потом увидишь. Да, не вот это. А, это... Давай. Ты вас ассасинейтить будешь? Да, потихоньку. Давай следующего я сейчас ассасинейт. Там следующий кто-то есть? Слушай, он завис. Как? Нет, я... Тут у меня. У меня не прыгает. Как мне убить ближнего боя? Какая кнопка? Какая кнопка ближнего боя? А, F. Что с ним происходит? Он постоянно... Это на странном ящике. Как будто там Снейк, что ли, сидит? Снейк! Стой, я еще раз убавлю. Теперь у меня люди слишком громкие. Ну, говорю, на... Не знаю, на 69 поставь. Я все вернул. 70. У нас проблемы с игрой. Ты тут? Да, тут. Выйди. У меня тут странно очень происходит. Подойди, у тебя то же самое? У меня ничего тут нету. У меня все нормально. Ну смотри, что с чуваком, его колбасит, писец. У меня ничего не колбасило. А, все, он упал. Странная коробка. А, я же могу танцевать точно. Слушай, а что я могу танцевать? А как мне танцевать? На C. А. Не-не, у меня, говорю, у меня джойстик, поэтому... У тебя все одно и то же, пойдем. Тут крутые частицы, взрывы, вообще все четко, пойдем. Ребята, я пойду вас всех убивать. Нет. Найф, манки! На, всех убиваем. Прикрываем. Привет, чувак. Тут есть зум! Зум, мотофака, зум! Вау! Нужен зум, когда есть такие взрывы. Ты пробежал к оцене! What the fuck? Типа, I got this! Не потей, все хорошо. Я держу это дерьмо. Почему я превратился в тебя? А потом ты превратился в себя. Потому что мы переместились. Ты сам встречит! Зачем убивать кого-то оружие? Ой, смотри, какая тут. Смотри, тут по заднице бьют чувака. Ну, если ты на харде будешь играть... Ты видел? Тут по телевизору показывают. Что показывают? Ох ты, вот это. Смотри, это прям как она его тарабанит. Слушай, это случайно не этот из Left 4 Dead? Нет. Фрэнсис? Да, он нашел свою мечту, как бы, знаешь, зомби-апокалипсис. Нет, у него там повязка на глазу. Слушай, коп как-то странный, какие-то трупы летают. У меня такого не было. Как-то ты тоже сейчас... Как ты бьешь так вот просто? А, окей, это просто удар. Да, пойдем. Ну, это немножко от Splinter Cell осталось. Эльфинчиком! А еще через все выстрелы пробегут. Мне кажется, они нас даже убить не могут, или могут. Вот Splinter, блин, это как тренировка, ты че? Пойдем. Holy shit. Holy shit. Все, everybody dies around here. Го-го-го-го-го. Так. А, у меня другая дверь была. Взрывы тут сочные. Готов? Call of Duty. Я не знаю, я сейчас бегу. Окей, а, вот. Стой, а как мне в ту дверь зайти? Просто встань. Все да, в одном месте? Подсвечено. Are you ready for Call of Duty? Approves terrorist only. Тут только для террористов. Ну чё, раз, два, три, пошли. Да, поехали. Preaching. Того чувака... Окей, они летают тут что-то. Почему он взлетел? Черт, не нравится. Им надо было пошутить что-то по поводу... Почему я так медленно говорю? А это же был этот... я забыл, кстати, как называлась пародия. Ты так же лежишь, как я? Ну, я все это вижу, да. Но ты просто сам бегаешь, катсцен активируешь, и я за тебя где-то потом появляюсь. День? Да. А, прикольно. Сейчас вот я пробегу. У тебя просто ты все внимание в своих заставках уже забираешь.
Ой! Я думал, мы вместе будем вместе драться как-то. Ну ладно, я буду смотреть. Давай, чувак, сдерни его, ты сможешь. А мне нужно быть что-то нажать? А, вот окей. На! Не! Получай! Вот и еще! А! Аккуратно, он достал нож! Да это же команда! Сейчас он его на трубу насадит и такой. Ну как тебе? Окей. Все, теперь ты умрешь, чувак. Нет! И не такое случалось, я проходил Metal Gear 4, там в конце было круто. Выиграть. Я вообще смотрю, да пофигу на эту рану. Ой! А зачем ты прыгнул? А, оу! Та-та-та-та-та-та! Хэдшот, бич! Все растворили его, как в Resident Evil. Что это такое? Причем ты ему в голову вроде выстрелил. Что за ядерная просто... реакция там, что ли? А он успел еще терминатора изобразить. Фак! Что происходит? Все трясется, пошли отсюда. Let's go! Так, налево. Пошли, побежали. Налево? Корет уже Resident Evil 6. В общем, это последний шанс, чтобы они с нами попрощались. Мы теперь идем спасать человечество. What? Беги быстрее. Спасать человечество? Это что, опять фильм какой-то? Даже круче, чувак. О, тут музыка из Армагеддона играет. Кстати, тоже надо нажимать. Сейчас Брюс Уиллис будет петь. Ау. Нам с тобой Брюс такой, пусть... Несмотря на то, что я не тобой вроде управляю. Горю. Ты видел меня больше, чем просто набор сисек, сказала нам Шанди. Готов. Так, выбросил. Замечательно. Че он болтается? Мы уже должны уже улететь в космос. Столько секунд летит. Да не, еще рано, чтобы в космос улететь. Halo 4, кстати, был такой момент. Где ты просто нажимаешь кнопку, он все делает, отпрыгивает. Я пошутил про то, что, блин, если бы я знал, что ты будешь столько жертвовать собой, я бы не пытался тебя убить. И найс. Это что, прям все персонажи третьей части, что ли? Ну, почти. Так мы выполнили нашу миссию. Слушай, ну это не было на какой-то ядерный взрыв, на самом деле. Но это не был ядерный взрыв, мы же ее сломали просто. Но это чтобы ядерная реакция произошла, нужно... Поздравляю тебя. И мы в Белый дом прилетели, да? Найс. Хорошее кресло. Такое. Зеро, ну это уже пародия на то, что мы супер секретное задание выполнили. Не, я думаю, что это пародия на... Zero Dark Thirty же. Да. Название, вот. Я говорю, это призницы, видишь, нам заанлокили. Вот так бы в реальной жизни, да? Хотя я бы не был бы президентом, как бы это слишком ответственно. Мы стали президентом, отлично. Просто взяли, прошли туториал. Вот, поздравляем, ты президент. Так, наш адвайзер Бенджамин Мадафакин. Все. Отлично. Кив Дэвид. Waiting for Pussy Destroyer. To Pussy Destroy. Все. Ачивмент unlocked уже, все отлично. У меня уже есть ачивмент. Так, нет, мы будем кастомазить. Нам вот это не надо. Секс-апил. Вот это сисяндры. 69, в общем. Я просто предполагал, что мы в редакторе будем где-то полчаса сидеть. Нормально. Да, наверное, я выключу запись. Все хорошо, погоди. Я все увижу, погоди. Ты нам еще нужен. Хуже даже Шрек, уже не вдох. Это же не Халк, это Шрек какой. Такой типа такие ушами такими, смотрите, бочи часы. И он будет озвучен Нортом. Ты там в порядке вообще? Такой милый. Не, но Нова Норт, он должен быть вообще во всех играх, вот этот вариант. О, слушай, у тебя большие сиськи? Да, ну относительно. 69. Да, готов. Окей, тогда продолжаем играть. Exit player creation. Yep. We are ready. Ну, правда, сейчас твою будут показывать, а не мою голос. Ну вот. Твоего, точнее, этого, блядь. Ты можешь кат-сцену. Нет, моего. А, моего показываешь, окей. Пять лет спустя наш Шрека Халк президент продолжает свою историю.
Круто выглядит. У тебя там как дела? У меня нормально, он как бы... Он не понимает, что с делами тут происходит, его... That's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? Nope, you do. You're the communications director. У него, мне кажется, глаза. У него такая большая рожа, что глаза уже не кажутся такими огромными. Тигр! Fuck no. Мне там стрип-клуб нормально. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's a septic truck when you need one? Блин, у меня такой третий голос нет прям веселья. Третий голос женский самый лучший. Очень клевый. Ты теперь меня видишь? Подожди, это ты? Да, это я. Что у тебя? Это Халка президент. Слушай, прекрати! Я старался! Не получилось, может быть, я что-то... Мне жизнь потрепала! Они даже не смотрят в твою сторону. О, это этот какого? Из Mass Effect. Подожди, это Голд, да. Голод или рак? Я, знаешь, логичнее рак. Голод все равно станут голодными, даже если, несмотря на то, что они покушают. Да, лучше исцелить рак. Рак раз и давай, наконец-то исцелим чертов рак. Хороший выбор. Раз такой ему по лицу вкатывает. Погоди, встань. Ты не можешь таунта делать. Погоди. Так. Ты скриншот сделаешь? Твои глаза смотрят налево так смешно. Сейчас еще раз, погоди. Стой на месте. Ты похож на кота какого-то, слушай. Да, как тебе мои нежные губки? Он такой как бы... Да что ты себя поцелуй на рожу добавил? Ты лесбиянка? Кстати, кто тебя целовал? Ну вот видишь, да, с намеками. Понял. Все, котак у меня засудит наши твои ролики, получается, все. Смотри, стоит. Что такое филибустер? О, хай роуд. Punch duck in the face. Да, типа... А ему по-любому в рожу вкатишь. Давайте вдарим с правой. Shut the fuck up. Это Нолан, да, говорит? Ты Нолан? Да. Круто. Я хочу поставить рядом с этим человеком. Дрейк будет. Типа он показывает такой... Ука, да, чё?